воинская часть, 503 полк, номер не знаю, короче. Собралось нас в Апуке на учение, сказали, приехали на учение. Месяц побыли, сказали, не говорили, что будем заезжать. 24, ну, 23-го нас собрали, укомплектовали, короче. И, типа, полк сформировали там. И заехали. 24-го ехали через Крым на границу. Заехали. Ну, мы поняли, что происходит. Да. Уже многие отказывались. Им по 13 лет тюрьмы дали. А мы дальше поехали. Люди отказывались, которые уже заехали в Украину? Да, заехали на Украину и отказывались. Их забрали. Ну, я не знаю, забрали. Они вернулись или живые, я не знаю точно. Они уехали оттуда, сюда. Потом меня в другое место перекинули, Малиновку перекинули. И оттуда уже, ну, с нами уже даже, как вам сказать, даже срочники с нами были. Не срочники, которые за неделю контракт подписали и сюда закинули. Ну, они тоже сюда приехали со мной. Потерь много было. У нас 30 человек было. Кто хотел, сдался. Кто не хотел, что-то там, дай бог им. Земля им пухом. Как настроение в вашем подразделении? Воевать? Не. Половину вообще, вот со мной, которые приехали, пацаны, которые половину отказались, половину сбежали. Даже сбежавшие. Да. Какие-то действия предпринимали, чтобы отказаться от этого всего? Мы собрались один раз, ну, отказываться, бумажку сделали. И, типа, ну, там старший приезжает, говорит, типа, что вы там, войны ничего нету, типа, надо просто вперед проходить чисто и все. И так нам говорили, и все. Не говорили, что такое будет там. Мне вчера видео показывали, как бабушка с дедушкой ехали на машине, и танк уезжает, чисто выстреливают машину. Почему так делать? Роддом, который обстреляли полностью. Я представил эту картину. У нас в Чечне такая картина была раньше. Ну, как ты думаешь, с вами поступило ваше командование, ваше руководство в связи с вот этими событиями, что не сказали, куда вы едете? Да не, просто нечего сказать. Что я скажу? Просто они кинули нас. Люди-кидальщики, короче. Что им еще сказать? Если нормальная армия их не была бы, они нас хотя бы вытащили бы. Наши тела они унесли бы отсюда. Наши тела там на поле у вас лежат. Я не знаю до каких пор они будут там лежать. Просто наши же нас обстреливали. Я хотя бы сдался, ни одного человека не убил. Я из автомата стрелять не знаю как.